Принято много решений этой темы большого разговора, который состоялся недавно с представителями СМИ. Затем мы обсуждали на Совете Безопасности концепцию информационной безопасности. В общем, по многим вопросам экономического характера определялись, интеграционные процессы рассматривали, отношения с Россией в рамках договора о Союзе Беларуси и России, Евросоюзом, ЕАЭС, ОДКБ и так далее, приняты важные решения. Я это говорю к тому, что все, о чем мы говорили, то, что публично обсуждали и не публично, должно быть реализовано. Там, если 3000 вопросов от людей поступило накануне моего общения с экспертным сообществом, значит, 3000 вопросов должны быть рассмотрены. Где-то поручили, потом перепроверить нужно все равно. Мы не должны показать людям, что мы послушали их и забыли. Мы должны показать людям, что мы реагируем на их запросы. Я понимаю, что люди разные. То, что сами должны делать, они порой сбрасывают на власть. Ну, таких меньше. Но все равно надо отреагировать, чтобы знать, чем живут люди. Ну, а там, где нужно подключиться, нужно подключаться. То, что телевидение, вот я посмотрел и в итоговых программах, и периодически обращается к этим вопросам, начиная от нужд людей, строительства, жилья и заканчивая дорогами, это правильно. Нужно взять под контроль эти все вопросы и встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей. Вопрос категорически важен. Ну и самое важное, наверное, событие этой весны – послание, обращение президента к народу и парламенту. Мы достаточно глубоко в теме, даже до мелочей, поэтому надо предлагать уже вариант, чтобы я мог работать дальше над этим посланием, не затягивать долгий ящик. Ну и третье, политические события. Не должны страну ввергнуть в какие-то потрясения. Давайте сделаем так, чтобы это праздником были эти выборы, одни и вторые. Мы это умеем делать, и это надо сделать. В ЦИКе всего ничего человек, поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь наверху администрации президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя, пусть занимается экономикой, это главное. Не надо это скрывать, мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским.